деревья у сонной реки. Лишь составы идут за составами, да кого-то скликают гудки. Почему я всю ночь здесь полностью у твоих пропадаю дверей? Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей. Тот, кто любит в пути, не заблудится. Так и я, но куда не пойду, все равно переулки и улицы к дому милой меня приведут. Расскажи, подскажи, утро раннее, где с подругой мы счастье найдем? Может быть, вот на этой окраине или в доме, котором живем. Не страшны нам ничуть расстояния, но куда ни привел бы нас путь, ты про веру жизни свидание и про первый рассвет не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей. Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары уважаемые слушатели. Полюбившийся вам абонемент на эстрадной волне продолжает свою работу в новом концертном сезоне. Первый концерт эстрадного оркестра Государственной филармонии Костромской области под управлением заслуженного артиста Костромской области Сергея Гребенникова называется «Киношлягер».
Киношлягером считается модная популярная песня с легко запоминающимся мотивом. Но песни и мелодии, которые вы услышите сегодня, впервые прозвучали в кинофильмах. Кинозрителям они так полюбились, и песни буквально сошли с экранов, чтобы самостоятельно продолжить свою жизнь. Друзья, песня композитора Юрия Бирюкова в исполнении солиста Государственной филармонии Костромской области Владимира Волкова, с которой мы начали наш концерт, прозвучала в фильме «Дом, в котором я живу», снятом еще в 1957 году. Это фильм о судьбах разных людей, которые ищут свое место в жизни, ссорятся, мирятся, строят отношения, но все они живут в одном доме, любят его и всегда в него возвращаются. Наверное, приятно жить в доме, где живут хорошие люди. А дом, где живут хорошие фильмы, можно назвать домом кино? Да, конечно, и такой дом кино уже существует. Он является площадкой Союза кинематографистов для проведения фестивалей, церемоний и кинопремьер. А наш дом кино будет музыкальным. В нем живет музыка из кинофильмов. Итак, сегодня на один вечер мы откроем свой музыкальный дом кино. Трудно представить себе время, когда люди жили без кинематографа. Это изобретение братьев Люмьер изменило мир. Кино и музыка были вместе с самого начала. В эпоху немого кино музыку создавали порой целые оркестры, сопровождающие показы, ну, а иногда топеры, играющие на стареньком расстроенном рояле. Главный герой картины «Мы из джаза» вам рассказали композитор Марк Минков и солистка Государственной филармонии Костромской области Татьяна Сагина. «Все-таки жаль немого кино», — сказал великий актер Чарли Чаплин после появления звукового. «Да чего приятно было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно». Но именно с появлением звука родился такой любимый всеми жанр, как киномюзикл или музыкальный фильм.
В нашей стране композитор Исаак Дунаевский сделал музыку главным действующим лицом в картине. Фильма, как тогда говорили Григорий Александрович, «Веселые ребята» 1934 года и сегодня считается классикой советской кинокомедии. Итак, заглянем в кинофонды отечественных киностудий. Дунаевские слова Лебедева Кумача, песня Анюты из кинофильма «Веселые ребята». В сопровождении оркестра для вас поет солистка Христина Зайфиди. Глядя на эти кадры, я вспомнил, что читал о съемках фильма. Сцены с животными снимали на даче. А чтобы коровы вбегали в зал на звук пастушьей дудочки, их не поили целый день. Ну а потом, показав им корыто с водой, впускали в дом. Ну а чтобы коровы и козы ели мебель, бутафоры сделали ее специально из вермишели и соломы. Надо сказать, что живность порой вела себя непредсказуемо. Во время съемок две коровы свалились от жары в обморок, а поросенок напился с первого дубля. Выпив тарелку настоящего, тогда использовался на съемках настоящий коньяк, он шатался по столу, пока не заснул. А вот бык, вылокав ведро водки, начал бесчинствовать.
и гоняться за съемочной группой. Только ветеринар смог его успокоить. А, понятно. В общем, все обошлось. Не менее интересное происходило и на съемках кинофильма «Цирк», в котором тоже звучала музыка Исаака Дунаевского. И сейчас мы услышим «Лунный вальс» из этой кинокартины в исполнении Христины Зайфиди в сопровождении оркестра. Годы 50-60-е, которые называют эпохой оттепели, пополнили кинофонд десятками новых картин. Лейтмотивом фильма «Весна на Заречной улице» является песня «На Заречной улице» Бориса Макроусова на стихи Алексея Фатьянова, которую пел Николай Рыбников. А соло на гитаре исполняет Петр Тодоровский, работавший на картине оператором. Трогательные отношения молодой учительницы Татьяны Сергеевны и ударника труда Столивара Саши Савченко легли в основу нехитрого сюжета. Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди. Так ответил Саша в конце фильма на вопрос экзаменационного билета. И это верно. Впереди нас ждет встреча с песней. В сопровождении эстрадного оркестра поет гость программы, участник шоу «Голос» на Первом канале Артур Кириллов. Добрый вечер. Макроусов. Стихи Алексея Фатьянова «На Заречной улице» из кинофильма «Весна на Заречной улице». Весна
идут снега, но ты мне улица родная, и в непогоду дорога. На этой улице подростка гонял по крышам голубей, и здесь на спасибо. Трое школьных друзей, встретившись через 30 лет, решают совершить рискованное путешествие по реке на плоту. В этом плавании герой ожидает множество приключений. В фильме снимались известные артисты Александр Борисов, Борис Черков, Василий Меркурьев. Музыка Тихона Хренникова, слова Матусовского. «Что так сердце растревожен» из кинофильма «Верные друзья» поет Артур Кириллов. Свою еще одну.
дорожкам день раз ходили оба мы. Я прошу, мечтая и любя, даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Все преграды я могу пройти без робости. В спор вступлю с невзгодою любой. Укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания. Укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания с тобой. Зашумят они по всей стране, а когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. А когда режиссер Юрий Чулюкин пообещал главную роль своей жене Наталье Устинской. Актриса ждала решения худсовета, но худсовет не утвердил ее пробы, посчитав Устинскую слишком красивой для образа юной поварихи Тоси. Во время зимних съемок эпизода, когда Тося приносит лесорубам на делянку обед, один из актеров так вошел в образ, что забылся и облизал алюминиевую ложку. Ложка на сильном морозе моментально прилипла к губам. Съемку пришлось остановить и вызвать врачей. В фильме звучат песни Александры Бахмутовой на стихи Михаила Матусовского. Друзья, вы уже догадались, о каком фильме идет речь? Догадались? Подсказывайте. У нас все сценарий написано. Верно. Это советская кинокомедия 1961 года «Девчата». Песню «Старый клен» в фильме исполнили актеры Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. Но
Посмотри на небосвод, как сияет он безоблачные числа. Отчего, отчего, отчего гармония поет от того, что кто-то любит. Александра Пахмутова на стихи Михаила Мутасовского «Старый клен» в нашем музыкальном доме кино исполнила солистка Государственной филармонии Костромской области, лауреат всероссийских конкурсов, заслуженный работник культуры Костромской области Елена Санжаревская. В 1958 году на экраны вышел армянский фильм «Песня о первой любви». Он получил признание зрителей не только благодаря прекрасной игре актеров, но и запоминающимся песням. В качестве композитора в нем дебютировал Арно Бабаджанян. Песня «Первой любви» стала шлягером конца 50-х годов и почти ежедневно звучала по радио в исполнении Рашида Беликова. Взгляд твой ловлю, ты дал.
святой, о тебе все слова. Татьяна Сагина, Владимир Волков. И снова Григорий Александров и Любовь Орлова. Благодаря этим великим людям, творцам и труженикам, мы сейчас не устаем удивляться оптимизму, доброму юмору, который несли герои с черно-белых экранов наших телевизоров. Фильм «Весна» 1947 года – это лирическая комедия, тема которой – пробуждение весны в душе человека. Дунаевский, Слава Вольпина, «Весна идет» из кинофильма «Весна». В сопровождении оркестра поет Кристина Зайфиди. И тает лед, и сердце тает.
апрельский день. Мы разве снова стать мечтаем? Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы на все концы. Весна идет весне дорогу. Друзья, кинофильмы довоенных и первых послевоенных лет у каждого оставляют самые светлые чувства, ощущение надежды на будущее и непременно еще более счастливую жизнь. И этому способствуют добрые, немного наивные мелодии и песни. Мы благодарны создателям этих картин, режиссерам, актерам, композиторам. А концерт в нашем музыкальном доме кино продолжается. И мы обращаемся к советской киноклассике 70-х-80-х годов. В картине «Моя любовь на третьем курсе» студенты романтики искренне мечтали построить светлое будущее в отдельно взятом стройотряде. Жаль, что многие их идеи оказались утопическими и недостижимыми. Эх, как молоды мы были. Да, если бы не знаменитая песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, это советское кино могло бы и вовсе пройти незамеченным. Однако этого не случилось. В нашей программе песня Александра Пахмутова на стихи Добронравова «Как молоды мы были» из кинофильма «Моя любовь» на третьем курсе. В сопровождении оркестра поет солист Артур Кириллов. Смешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Уже отыграли и отнули.
ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна. Более 100 лет загадка Земли, затерянной среди арктических льдов, волновала путешественников. Но никто не мог достичь ее. Участники экспедиции обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но загадка этой Земли так и остается неразгаданной. По оценкам зрителей, это кино – хрестоматия воспитания настоящего человека. Для вас звучит песня из кинофильма «Земля Санникова». Зацепин, Слава Дербенева. «Есть только миг». Есть только миг
ослепительный мир. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Повстречатель беду еще, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Спасибо. Спасибо замечательному дирижеру Сергею Ивановичу. Спасибо. Спасибо. Артур Кириллов. Друзья, в 70-е годы на наши телеэкраны вышло несколько телесериалов, во время показа которых, как утверждают очевидцы, даже пустели улицы. Это и знаменитые 17 мгновений весны, и тени исчезают в полдень. Вечный зов, большая перемена, любовь земная. И в каждом из них звучали песни, которые становились популярными. Их исполняли на торжественных мероприятиях, в праздничных концертах. В фильме режиссера и актера Евгения Матвеева «Любовь земная» звучала песня Евгения Птичкина на стихи Роберта Рождественского «Сладка ягода». Сопровождение эстрадного оркестра в нашем концерте эту песню исполнит солистка Государственной филармонии Костромской области Елена Санжаревская. So
лирическую комедию о приключениях милиционера Сибиряка, приехавшего на три дня в Москву, зрители увидели в 1974 году. На успех этого кино работали исполнители главных ролей Наталья Варлей и Семен Мороз. И, конечно, шутливые песни на музыку Евгения Колмановского. Колмановские слова Дербенева «Ты говоришь мне о любви» из кинофильма «Три дня в Москве». Поет Елена Санжаревская. Гениальные народные писатели Ильф и Петров создали нетленку, экранизировав которую пытались многие режиссеры. Знаменитый Марк Захаров снял 4 серии искрометного фейерверка неожиданных комичных и драматических моментов из жизни огромной страны образца 1927 года.
Фильм был обречен на успех благодаря целому созвездию гениальных актеров. А самый обаятельный и привлекательный Остап Бендер получился в интерпретации Андрея Миронова. Музыка Геннадия Гладкова, слова Юлия Гима. Что наша жизнь? Игра. Из кинофильма «12 стульев» исполняет Владимир Волков. Блеск. Все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступают, я не в силах отказаться. Но разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет твой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение скользить по краю, заврите, ангелы, смотрите, я играю. Разбор грехов моих оставьте до поры, вы насладитесь красотой игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет твой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет твой парус такой одинокий на фоне стальных.
Дорогие друзья, наш музыкальный дом кино продолжает свою работу. И второе отделение киновечера мы начали с вальса композитора Валентина Левашова из любимейшей советской комедии в исполнении эстрадного оркестра под управлением заслуженного артиста Костромской области Сергея Гребенникова. Каждый из нас знает историю Василия, который уехал на курорт, поддался чарам роковой женщины Раисы Захаровны, но, не выдержав и двух недель городской жизни, вернулся в семью, где его ждали любовь, голуби. Ну и скандал, конечно. А сейчас история фантастическая. О любви художника Сэма, живущего в 21 веке, и принцессы Мелисенты из 12 века. Мы говорим о фильме «31 июня». Композитор и радиолюбитель Александр Зацепин в 70-е годы оборудовал в своей квартире звукозаписывающую студию с синтезатором и разными модными эффектами. На Мосфильме подобные аппаратуры еще не было, и все композиции для фильма были записаны именно в студии Зацепина. Итак, Александр Зацепин, Леонид Дерменев, «Ищу тебя». Песня из кинофильма «31 июня». Солистка Татьяна Сагина.
Ирина, меня терзают смутные сомнения. Какие сомнения, Дима? Я требую продолжения концерта. Хорошо. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Дорогие друзья, а у вас бывает такое, когда в разговоре вы цитируете фразы из популярных кинофильмов? Бывает? Ой, ну хорошо, мне одного дня. А давайте сейчас вспомним несколько известных цитат. И первое. Подскажите мне, пожалуйста, из какого фильма эта фраза? Я старый солдат и не знаю слов любви. Здравствуйте. Здравствуйте, я ваш тетя Баня. Чтоб ты жил на одну зарплату. И этот фильм тоже знаем. Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше. Совершенно верно. И еще одну фразу. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. У всех все нормально? Отлично, отлично. Давайте усложним задание. Я начинаю фразу, а вы продолжайте. Поскользнулся, упал. Прекрасно. То есть, на самом деле, ничего хорошего, но фраза удалась. Звезды. Извините, что помешала. Именно. Была докторская, стала. Абсолютно верно. Руса туриста. Ну, это-то точно. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица. А дальше? Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Возможно, следующая песня заставит вас улыбнуться. Геннадий Гладков, стихи Юрия Энтина, «Луч солнца золотого» из мультфильма «Бременские музыканты». Солист Артур Кириллов. С тобой ждем. Ночь пройдет, пройдет.
пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. Один американский оператор, приехав на Мосфильм, где ему показали потрясающе снятую сцену морского шторма. Узнав, что шторм снимали самый настоящий, американец сказал: «Я эту сцену спокойно снял бы в стакане воды». На что русский оператор ответил: «Окей, я бы тоже ее элементарно снял в стакане воды, но у нас в студии все время куда-то пропадает стакан». И я вспомнил этот анекдот не случайно. Сейчас будет звучать музыка из зарубежных картин. В 1944 году в нашу страну попал как трофейный американский музыкальный фильм «Серенада солнечной долины». Он имел невероятный успех благодаря еще и тому, что в нем снимался оркестр под управлением Глена Миллера. В одном из штатов Америки на горнолыжном курорте «Солнечная долина» витает дух веселья, шика и радости, которым проникнемся и мы с вами, благодаря потрясающей музыке в исполнении нашего оркестра. Вы услышите несколько песен и мелодий из этого фильма. Уоррен, «Дорога на Чаттанугу» из кинофильма «Серенада солнечной долины». Солист Сергей Белобровка, саксофон. Thank you.
Уоррен, я знаю почему. Из кинофильма «Серенада солнечной долины». Солистка Татьяна Сагина. Thank you.
Советского разведчика и французской переводчицы, актеры Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова. В фильме снимались международные звезды, в том числе Ален Делон в роли французского инспектора полиции. Лейтмотивом фильма стала потрясающая песня «Вечная любовь», которую для вас исполнит Артур Кириллов в сопровождении оркестра. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одном дыхании без конца. Поцелуй, и все он тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда, и видит Бог, надеюсь, что когда увижу вновь эту мою любовь, и дам я клятву. Придет она, минуя мрак и туман, туман, обман. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы наконец. Приют для всех уже прожитых утех. И в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом и все вернет. Блаженный летний зной, извечный летний зной. Вечная любовь, живу, чтобы жить любовью.
Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо. Столь же пронзительно и трогательно звучит композиция из фильма «Титаник» о гибели легендарного лайнера, снятого в 1997 году. Space.
Песня Джеймса Хорнера «Мое сердце будет биться», песня о бескрайней всепобеждающей любви для вас исполнила Татьяна Сагина. Ну а мы продолжаем наш киновечер. Танго из кинофильма «Зависть богов» композитора Лебедева. Дорогие друзья, первый показ первого в мире фильма состоялся в Париже на бульваре Капуцинов 28 декабря 1895 года, 120 лет назад. Сегодня мы в нашем музыкальном доме кино перелистали всего несколько страниц киноистории. А ведь этих страниц, наверное, на миллион томов. «Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту», сказал итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. А мы добавим «И послушать одну и ту же хорошую музыку». Yeah.
пути, но вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать. И вместе оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте. Программу «Киношлягер» для вас подготовили солисты Государственной филармонии Костромской области Елена Санжаревская, Татьяна Сагина, Христина Зайфиди, Владимир Волков, наш московский гость Артур Кириллов, участник программы «Голос» на Первом канале. Ну и, конечно же, эстрадный оркестр Государственной филармонии Костромской области, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Костромской области Сергей Гребенников. Спасибо.